Друзья, всем привет! Я начал изучать вайп-код неделю назад и уже создал несколько MVP продуктов. Сейчас именно их покажу и расскажу, как позже потенциально можно их монетизировать. Погнали! Первым делом скажу, что такое вайп-код. Вайп-код — это определенное, можно сказать, создание продукта без какого-либо напряга, где вы создаете правильную архитектуру, передаете свои мысли искусственному интеллекту, а он выдает вам готовый код, и вы на этом строите очень легко тот или иной продукт. Если вы что-то вайп-кодите, это не означает, что вы программист. Это такая супер облегченная версия. Но даже если ты новичок, в этом видео я расскажу, как с нуля, какие инструменты нужны, что делать. В общем, обязательно досмотри его до конца. В этом видео больше расскажу о инструментах. Здесь не будет шаг за шагом, это будет последующее видео, чтобы вы понимали, что сейчас скачать, так сказать, подготовиться к вайп-кодингу. Вам нужна команда, либо сервис, либо еще какие-то люди. У вас есть чат-GPT бесплатный, либо же Grok. Конечно, лучшая версия платная. Если вы не знаете, как это делать, я рассказывал в своем телеграм-канале. И в ютубе также есть видео, как получить чат GPT Go, версия 5.2, которую вы сейчас видите на экране. Здесь именно мы занимаемся брейнштормом, то есть мы здесь задаем очень много вопросов, тебе в ответ чат GPT задает. В общем, вы думаете над идеей, правильно ее формулируете в красивую упаковку. Пока вы это не сделаете, не нужно никакого кода делать. Здесь вы начинаете с идеи, либо предложи идею и так далее. В общем, чат GPT, игрок, здесь вы общаетесь на предмет будущего продукта. Следующий продукт — это Cloud Code, он платный, но можно и в бесплатной версии, ежедневно дают попытки, поэтому если у вас какой-то небольшой проект, тем более если вы начинаете, вам вполне хватит и бесплатной версии. Cloud.ai, заходите, регистрируйтесь, если не получается с России, можете на Google другой страны, либо через виртуальный номер зарегистрироваться. Cloud Code — это своего рода архитектор. Если в чат GPT мы просто задаем какие-то идеи, формулируем свою мысль, чтобы технически изложить, то как раз таки Cloud — это и есть технический наш работник, где мы готовы промпт от чат GPT кидаем сюда, и он нам выдает тот или иной код. Ну, давайте вот покажу пример. Он пошагово, степ-бай-степ показывает, что делать, какую папку создать. Справа код, вот все коды, и здесь он показывает. Зайти сюда, скопировать, ставить, зайти сюда, скопировать, ставить. То есть ничего сложного, новичок вполне разберется. С этим мы разобрались. Cloud Code – это технический готовый инструмент. Здесь можно и вопросы ему задавать, но лучше просто готовый промпт по созданию кода. Еще раз, если чат GPT либо Grok — это идея, то Cloud — это структура техническая. Следующее, нам на ноутбук понадобится площадка, по-простому говорю, куда мы вводим эти коды. Можно простой терминал, но он не совсем удобный. Можно VC код, но есть усовершенствованная версия VC кода, это курсор. Первые два продукта я делал VC код, сейчас третий начинаю делать в курсоре, он более усовершенствованный, там внутри есть даже AI, но об этом в других видео. Скачиваем курсор, выглядит он следующим образом, вот так вот. Здесь основная палитра, так сказать, куда мы вводим код, внизу терминал, слева все наши компоненты. Если говорить по-простому, здесь мы выявили идею, четкие готовые структуры, что мы хотим видеть, и говорим: все, мы все решили, дай нам определенный код. Для клауда он дает код, мы переходим сюда, вставляем, и печатается код. И вот эти коды, все, что здесь написано, мы уже переходим в курсор, создаем слева папки, сюда вводим правильные коды. По технической части, как сохранять, что делать, будет в следующем видео, либо можете найти на ютубе. Сейчас расскажу, какими я пользуюсь инструментами, минимальными, абсолютно бесплатными. И последняя стадия, когда у вас готовый продукт, вы его загружаете в GitHub. GitHub — это определенное хранилище кодов, где каждый может посмотреть ваш код, либо вы чей-то. Хранится все в репозитории, то есть вы создаете свой аккаунт, чат GPT подскажет, как создать, куда нажимать, также у него можете все спросить. И здесь все ваши работы. Вот мои три, две сейчас работы, третья будет уже скоро готова. Опять же, создаю MVP продукты, это не какой-то универсальный, я сейчас покажу. Просто для себя нарабатываю руку с различными языками. Например, криптоаналитик бот у меня на Python, а дашборд был на JavaScript. И помимо того, что вы делаете, казалось бы, все автоматически, не вникаете, все равно так или иначе вы обучаетесь каким-то базовым моментам.
В этом самом гитхабе вы сможете усовершенствовать свой продукт, доработать и так далее. Это как открытый код. Здесь, соответственно, в курсоре вы дорабатываете, нажимаете коммиты. Коммиты — это сохранить изменения, и они автоматически попадают в гитхаб. Но это будет в следующих роликах. Ключевой вывод. Этого достаточно, чтобы начать. Вот эти инструменты, которые я показал. Это чат GPT, это Cloud Code, это курсор и гитхаб сохранить. Первый продукт, который начинал создавать, абсолютно ничего не зная, ни разу ничего не делал. Это я для себя решил сделать вот такой дашборд небольшой, просто чтобы понять, как это работает. Здесь 150 монет, они в лайве автоматически обновляются, каждые 60 секунд, вот здесь обновление. Вы можете посмотреть различные вкладочки, это топ падений, топ роста. Здесь можно добавить в избранные, также будет показываться, что мы добавили в избранные. Отсортировать, посмотреть график, в общем, очень много еще чего можно делать. Это MVP продукт, то есть первоначальная такая сборка, чтобы понимание некое было. Прямо сейчас приглашаю тебя в экосистему ByArta. Это основной канал, где глубокая аналитика и разбор проектов, а также его чат, где поддержка комьюнити и общение. В закрытом сообществе у нас ранее альфа, а также VIP-чат. Важная трейдинг-группа — это сетапы, торговля и разбор сделок. И, конечно, P2P сегмент — это быстрые безопасные сделки через наших мерчантов. Все эти ссылки будут в одном закрепленном сообщении моего телеграм-канала. Переходи. Второй продукт. Я создавал бота для моего трейдер-комьюнити. Здесь же опять я добавил этого бота, и он показывает следующую информацию. Если мы введем старт, он также в лайве все обновляется, загружен на IP-сервер. И, соответственно, здесь есть краткая сводка рынка, важные рыночные события, рыночная активность. В общем, все важные моменты. Это не сигнальный бот, это просто важная информация. Ну, к примеру, мы хотим индикатор настроения посмотреть. Нажимаем, и он нам выдает сейчас статус страх. Люди боятся заходить и так далее. Либо хотим посмотреть соотношение лонгов и шортов. Нажимаем рейтио, то есть вы можете зайти в наш телеграм-канал, там все есть, все ссылки. И третий продукт, который я сегодня начал делать, просто обертку создал, первоначальную страничку, так сказать. Я хочу сделать лично для себя и для моего комьюнити, доработать. Я сейчас делаю такие наработки, а потом буду доделывать. Это NFT портфолио Weaver, который будет показывать, то есть вы вставляете, не подключаете кошелек, это важно, специально сделал, чтобы люди не боялись к инструменту подключаться, просто вставляете сюда кошелек и, соответственно, смотрите, какие NFT. Вот у меня всего 3 NFT, если на нее нажмем, внизу показано, можно сразу перейти на OpenSea, Blur, посмотреть цену. В общем, здесь будет очень-очень крутой инструмент, который я хочу доработать до идеала. Поэтому, если хотите посмотреть, что из этого выйдет и попользоваться, переходите в телеграм-канал. Чему это говорю и как вообще на этом заработать? Первое, что нужно сделать, это, конечно же, изучить, набить руку, сделать 5-10 различных продуктов, чтобы имелось некое понимание, как работать с инструментами. Тогда вы будете, где-то у вас будет ошибка, где-то не получаться, но если вы будете стараться, все получится. После этого вы доработаете какой-то один продукт, если он действительно будет закрывать какую-то боль, а это очень важно, в крипте их очень много, то вашим продуктом будет пользоваться, и вы можете делать различную монетизацию. Это платный подписки, доступ к данным, кастомные решения, единоразовая какая-то оплата и так далее. Все это можно делать, возможностей сейчас много, и вайп-кодинг для этого нам сопутствует. Самый главный посыл, который я хочу передать, что ты в одного можешь создать очень качественный продукт и это монетизировать. Пусть это даже будет не в крипте, просто узнай боль в той или иной нише, который нужно закрыть, и создай этот инструмент и продай, качественно продай людям. Поэтому в следующих видео, если вас заинтересовало, напишите, я сделаю пошаговый гайд, куда что нажимать, и возможно даже сделаем трансляцию, где создадим целый продукт. Напишите в комментариях. Всем пока.